Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 9-го каталога Faberlic. Оставлю вам свои отзывы на новиночки, составим план покупок. Итак, поехали. На обложке у нас обновленная серия Гардерика, кто как называет. Здесь улучшенная формула я не брала, потому что и так сейчас очень много продукции в уходе, и это было бы лишним. А летом вообще в жару уход сводится абсолютно к минимуму. Слышала, что вроде все то же самое, но улучшенная формула, это, конечно, клево. И дизайн очень мимимишный. Наборы будут по хорошей цене. Вообще серия Гардерика, она великолепная. Сейчас у меня в уходе Ирина Ваш, и вот когда я ее добью, тогда и посмотрим. Может быть, опять будут какие-то новиночки. Классная цена будет на крем для век плюс дневной крем, минус 50%. И омолаживающий крем для шеи, декольте. Кстати, очень рабочая вещь, рабочая лошадка, тоже будет по скидке 50%. Формулу тоже недавно улучшили, это здорово. Круиз по скидкам с 10 по 30 июня. Путешествие по морю скидок. Мы будем заходить на сайт и получать скидки на любимые товары. У нас здесь звездочка, товары категории парфюмерия, декоративка, уход за кожей, гигиена, волосы, wellness, одежда и обувь, косметика для дома, товары для дома. Я так понимаю, что может быть каждый день, а может быть и не каждый день, товары в распродаже будут меняться, поэтому с нетерпением ждем, посмотрим, что интересного нам компания предложит. Желтые ценники на Ferrero Sensuelle, но он, мне кажется, на лето тяжеловат, поэтому да. Коллаген. Классная линейка, просто суперская, и на лето тоже подойдет, замечательно, вполне себе, достаточно легкая, но в то же время очень рабочая. Она прям вот моментально увлажняет кожу, делает ее упругой. Я очень люблю, кстати, эту серию, с удовольствием бы к ней вернулась. С учетом еще того, сколько она стоит, я считаю, что это вообще уникальный продукт. Оксикарбокситерапия в домашних условиях. Прям рекомендую, девчонки, присмотреться на лето. Кто не пробовал, прям вот вообще. Сделал карбокситерапию через день курсом и ходишь все лето красотка. Набор у нас будет с вами вместе с маской, получается, да, потому что у нас первый и второй шаг, они вот, они набор для карбокситерапии, и маска у нас отдельно, это третий шаг. Она у нас как раз, нет, масочка, слушайте, это мини-формат. Да, вместе с маской, слушайте, все три шага, 600 с чем-то рублей со скидкой консультанта, это шикарная цена. Надо будет присмотреться тоже и взять. Кстати, из серии Blur, крем для лица, до сих пор у меня стоит, я про него все время забываю. Вот на лето тоже классные вещи. Чтобы не пользоваться ни тональниками, ни еще какими-то средствами. Вот жалко, что, по-моему, у него нет SPF, если я не ошибаюсь. Нет, наверное. Если бы у него еще SPF был, ему бы не было цены. Он идеально матирует лицо, сглаживает все недостатки, затирает поры. Лицо действительно заблюренное. Он редко бывает дешево, на самом деле редко. Сейчас на него такая средненькая скидочка. Его очень хорошо по VIP-программе брать со скидкой 70%. Тогда прям выходит очень-очень выгодно. Так, хотела вам рассказать про татуировки. Ну, в принципе, уже рассказывала в предыдущем ролике, кто смотрел, про новинки, про туши и про татуировки, и про бальзамчики. Все рассказывала про новинки этого каталога. Туши прям вот рекомендую. Цена 200, меньше 200 рублей будет со скидкой консультанта. Прям рекомендую брать две и смотреть, какие понравятся больше. Что хочу сказать. Вот у меня, сейчас только обратила внимание, как нарисовано в каталоге, как на моих ресницах. У меня наоборот, тушь с фибровой щеточкой, которая кукольный объем, она создает вот такие ресницы. Вот такие вот. Идеально расчесанные и разделенные. А тушь с вот такой силиконовой щеточкой интересная, она у меня создает вот такой эффект на глазах. Только сейчас обратила, девчонки, внимание, поэтому, ну вот как-то так. Может быть, на ваших глазах будет именно так, как в каталоге. Но они обе действительно заслуживают внимания. Плюс там у нас коллаген, уменьшает ломкость ресниц, предотвращает их выпадение, что тоже очень круто. Я их обязательно доиспользую, но сверху, последним финишным слоем, я буду использовать, конечно, тушь. Забыл название, которое я вам в обзоре показывала. Сейчас попадется, покажу. Вот, So Long. 179 рублей вообще при покупке двух. Я прям себе, наверное, возьму две, потому что на лето это идеальная для меня тушь. То есть после объемной ее последним слоем, если положить, то ресницы вообще будут просто производить фурор. Прям вот идеальный эффект. И отпечатываться не будут и так далее. А так по тушам ролик уже подробный у нас с вами есть. Что интересного еще нам предлагает 9-й каталог? One Week Miracle пока тяжеловат. Куркума мне тоже на лето тяжеловат. Хотя здесь в дневном креме есть SPF 15, но он безумно мне тяжеловат. Честно, у меня прям лицо
как масляный блин. А вот Global Oxygen очень хорошо заходит на лето. Так же, как и крем, который я вам всегда рекомендую, кислородный баланс. Дневной он матирует. 50% будет скидочка по каталогу. Вот с серией гиалуронка надо поаккуратнее, потому что у многих в прошлом году, как раз она к лету, по-моему, вышла, гиалуронка вызывает подкожники в теплое время года. Вот на зиму нормально, а в теплое может вызывать подкожники, поэтому тут тоже аккуратненько. Мисс Кини совершенно летняя серия, но мне с ней тоже тяжело. Я ощущаю все эти кремы, все эти средства на лице, поэтому прохожу мимо, хотя знаю, многие очень любят именно на лето. Про уход с вами немножко поговорили, теперь как раз вот парфюмированные наклейки. Мне кажется, честно, это не самые нестойкие наклейки из всех, которые были когда-либо в Faberlic. Но вот вообще прям слабенько держатся. Хотя вот остатки наклеек фиг сотрешь. Вот фиг сотрешь, мочалкой приходится тереть прям жесткой до красноты кожу. Но текстура все равно, структура наклейки нарушается практически в первые несколько часов. Обидно. Мне вот прям задумка понравилась. Вот эта вся с релаксом, с успокоением и так далее. Моноаромат, кстати, можно рассмотреть на лето тоже. Зеленый чай у нас здесь есть. Аквамарской бриз. Вайти. Apple на лето, ванилька нет, но бергамот, он такой универсальный, как бы тоже можно присмотреться. Фруктовые истории вообще в любое время года актуальны, они не сильно стойкие, по 349 рублей будут, но они очень вкусненькие. Они очень вкусненькие, они действительно такие фруктово-ягодные, прям очень приятные. Я с удовольствием иногда их на себе ношу. Кому нравится мой цвет волос, но кто категорически не хочет краситься никакой краской, кроме Faberlic, расскажу, как я получала приблизительно тот цвет волос, который у меня всегда. А вот у девушки, вот, кстати, очень-очень красивый. И что на ней за красочка? На модели не пишут здесь. Смотрите, я брала краску... Так, очень светлый блондин клубничный? Нет. Очень светлый блондин пепельно-розовый. Девятка. Вообще у меня уровень восьмерки. И смешивала блондин 717, пепельно-фиолетовый. Вот. Вот эти два оттенка. И получается, или можно даже клубничный взять, тоже выйдет очень красиво. И получается приблизительно то, что у меня сейчас на волосах. По сути, это немножко похож на 8-17, светлый блондин, пепельно-фиолетовый. Но здесь вот не хватает 8-17 розовой такой вот нотки. Я не знаю, почему нету 8-16, очень хотелось бы, вот 9-16 есть. 8-16 прям не хватает, может быть, расширит еще ассортимент. По сути, вот 8-16 это было бы то, что на волосах. Я всегда миксую несколько оттенков, вот как раз, чтобы получить 8-16, я миксовала 7-17 и 9-16. И получался уровень восьмерки, очень красивый цвет с вот таким вот пепельно-тепло-розовым отливом. Получается потрясающий просто микс. Единственное, смотрите, там у нас в семерке будет еще девятка окислитель, а в девятке, наверное, уже 12-й, мне кажется. Или здесь у нас еще шестерка, а тут девятка. Ну, в общем, это много сильно, поэтому... По-моему, в 7-17, да, шестерка. Поэтому лучше на шестерке. С девяткой вот эти цвета, они могут рыжить корни. И... Ну, в общем, у всех по-разному. Я вам рассказала, что миксануть, чтобы получился цвет, если вы хотите именно краску Faberlic использовать, типа того, что у меня сейчас на волосах. Желтые ценники будут на Эксперт. Я прям рекомендую концентрированный шампунь 200+. Я прям рекомендую вот этот черный кристальное очищение. Это два универсальных продукта, очень крутых. Вот этот шампунь 200+, который концентрированный, вообще я никогда не думала, что из линейки Эксперт мне может так подойти шампунь. И, в принципе, Faberlic. Он очень крутой. Вот он очень крутой. Он действительно крутой. Пенится. Он промывает волосы идеально, он их не утяжеляет, он их не спутывает, в то же время разглаживает и в то же время сохраняется объем. Вот он прям классный. Вот классный. Если бы не было такого огромного количества в использовании, я бы обязательно эту покупку в ближайшее время повторила. Потому что подошел всем, и я прям эффект заметила. Эффект потрясающий. Классная цена будет на весь набор для активации волосяных фолликулов для густоты волос. Здесь концентрат-активатор, ампулки, спрей для кожи головы плюс шампунь. Прям вот классная цена, меньше 700 рублей выйдет целый набор. Очень рекомендую. Вот как раз таким набором девочки пользовались, рассказывали и мужьям своим давали, заставляли, скажем так, и видели эффект. Видели эффект снижения облысения, я все смотрю
на вот эту вот пилочку, на пемзу, потому что я свою куда-то потеряла, она уже потеряла свою остроту. Для меня на данный момент вот этот гаджет, он самый удобный для ножек, особенно летом, когда надо быстро. 899 рублей, без скидки, к сожалению, большой такой, но все равно нормально. На сухую быстренько ножки попилил, намазал сверху гладкими пяточками, и все, и просто у тебя ступни, как у младенца. Вообще вот эта страница, это прям моя любовная любовь. Здесь все средства хороши, они все уникальны, они все работают. Так же, как и здесь. Так же, как и здесь. Все отличненько. Единственное, если выбирать средства для интимной гигиены, я бы взяла именно средства, а не гель, потому что гель почему-то мне вот подсушивал. Подсушивал. Так, бальзамчики. Вот прям классные-классные мимимишные. Мороженка, правда, маленькая. Думала, она будет побольше. Лаки брать не стала. Еще они последними не допользовались. В последнее время прям не хотят красить ногти. Ну и ладно. Слава богу. Мне очень кошечка понравилась. Вот сразу губки смягчаются. Прям я и себе хочу заказать. И еще одну взять, потому что они ее теперь поделить не могут. А к мороженке даже у них как-то рука не тянется. Потому что, ну вот, слишком маленькая. И даже ребенку как-то неудобно открывать. Неудобно, потому что прям маленькая-маленькая. А кошечку удобно. Она такая большая, круглая. Кругленькая, мимимишная. Желтые ценники опять будут на линейку Ума. Будем запасаться любимыми средствами. Все-все-все. Даже бомбочки будут по желтым ценникам. И мыло, и спрейчики, все красота. И подгузники. Все-все-все. Даже средства для мытья. И Lovely Moments. Слушайте, для деток прям красота. Лучшая цена года будет на лецитин. К лецитину советую присмотреться. Если кто не знает, что это такое, можно ознакомиться и в карточке товара, и почитать в интернете, для чего он нужен. Эта вещь очень-очень классная. Будем смотреть, на что будут хорошие цены. Периодически на что скидки бывают, то и берем. Так, вот, буду по VIP-программе. Не брала, когда появился как VIP-новинка, потому что дорого. Буду по VIP-программе со скидкой 70% брать морской коллаген. В прошлый раз, прошлый коллаген я пропивала. Особого эффекта, честно скажу, не заметила. Три упаковки пропила, как положено, не могу сказать. Но, может быть, где-то что-то и произошло. Но я не заметила. Буду пить этот, посмотрю. Посмотрю, как все пройдет, и вам обязательно буду рассказывать, потому что у меня спина болит. Спина болит часто. Спина болит из-за того, что она была сломана. Вот видите, даже ночных прокладок нет в каталоге. В прошлом раз их не было на сайте, а теперь даже в каталоге не напечатали. Видимо, какие-то с этим проблемы. Охлаждающий пластырь на лето обязательно. 40% скидка. Еще надо взять себе в запас, взять на море и так далее. А снова в каталоге и на сайте. А на сайте уже, наверное, опять разобрали. Есть спрейчики, 3 я в прошлый раз вам показывала. Есть диффузоры, есть некоторые масла. Поэтому обращайте внимание, мониторьте. Так, ну новинки текстиля я тоже не брала кухонного, потому что он мне совсем не подходит. Я люблю, чтобы все было гармонично. Так, и по-моему, по новиночкам у нас с вами все. Желтые ценники на пятновыводители на все. У нас с вами будут в конце какая-нибудь, обязательно должна быть распродажа, белье. Кстати, у меня девочки хвалили, вот именно кто брал новый размер XXL с большой грудью, сказали, что сидит просто отличненько. Потому что до этого бюстики у нас с вами такие были, да, большая грудь оттуда выпрыгивала, то есть было неудобно и совсем не подходил. Девчонки, вот кто у меня брал, прям похвалили, сказали, что вообще потрясающе. Опять у нас акция «Друг из приюта» здесь в конце. То есть 50 рублей с каждой покупки идут в помощь животным. Вот такая вот акция. Подарок для новичков опять классный. Капсулы для стирки, концентрат, кондиционер, концентрат для белья. Потрясающий, прям это всегда нужно, всегда пригодится. Поэтому ссылочку для регистрации всегда оставляю под видео в инфобоксе. И вот здесь вот вверху где-то уголочки, она всегда тоже мелькает. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Пишите, что планируете брать вы. Всех люблю, целую, всем пока-пока.